Кто-то говорит, что а вдруг Нурсултан Назарбаев в преддверии тех выборов досрочных, которые он намеревается провести в марте будущего года, и назначить на должность президента Дарига Назарбаева, вдруг проведет те же самые программы, о которых говорит демократические выборы Казахстана. Моя позиция очень простая. Пусть проведет. Вам станет легче жить. Но, может быть, проведет разово, но не прекратить ту свою деятельность на опустошение нашей страны. Ни у кого не должно быть иллюзий. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам и напомнить, что 16 декабря будет нашим правительством проводиться различные мероприятия, посвященные Дню независимости. Как я ранее озвучил свою позицию, это не День независимости, это День скорби и памяти погибшим 16 декабря 1986 года и в 2011 году в Жанаузене. Демократический выбор Казахстана призывает вас выйти к местам, этим памятным местам, где будут возложены венки и цветы, и правительство не в состоянии будет никого разогнать, потому что это официальный день, праздник. Мы не призываем вас на митинги, мы призываем вас участвовать в акции 16 декабря, и никто здесь не может запретить вас участвовать. Более того, присоединитесь. И мы, когда поймем, что нас десятки тысяч, что мы в состоянии организовываться, мы будем действовать дальше. Для этого важно именно объединиться.